Сегодня у нас уже июль месяц. Июль у нас сегодня 5-е число 2018 года. Хочу вам показать, как на сегодняшний день у нас выглядит сорт Азия. То есть он уже, как видите, все кусты обработаны, то есть обрезаны, подкормлены, выведены саженцы. Ожидаем рост саженцев. Ну и самого куста, конечно же, ожидаем. То есть для этого нужен месяц. Обычно, когда делаешь вот такой вот отвод усов, вот прикапываешь, то нужно месяц, чтобы корневая система развилась. Поэтому я обычно говорю, что если вас интересуют саженцы, обращайтесь за саженцами в августе месяце. Ну, насчет средне-поздних сортов и поздних, они еще не обрабатывались, потому что еще рановато. Вот. И, как видите, у нас много разных сортов, поэтому одновременно все сделать не получается. Вот, делается все постепенно. Поэтому и в последовательности оно будет развиваться постепенно. Так вот, на сегодняшний день выглядит у нас сорт Азия. Азия, вот, саженцев количество, в принципе, достаточно. Мы и себе посадим, если кому-то интересно, можем продать вам. Вот. Ну, в августе, если надо, вам можете обращаться по вопросам саженцев в августе. Август, сентябрь, октябрь, до заморозков можно садить. Но лучшее время это именно август. Август до сентября это вот именно посадка клубники. Знаешь, что у кого-то не получается, потому что, допустим, занято место, там, допустим, картошка, там, занято место, там, чем-то еще. Вначале собирает урожай, а потом освобождается место, и тогда на это место сает клубнику. Есть такие варианты. Единственное, что лучше, конечно же, клубнику садить не там, где была ранняя клубника, а желательно, чтобы это место было чем-то, какой-то другой культурой занято до этого. То есть, допустим, там мог бы быть чеснок, лук, вот это вот хорошее. Почва для клубники. Вот. После картошки желательно, конечно же, не садить, потому что пропадет клубника. Чаще всего пропадает. Вот. Ну и как видите, у меня на усе только один саженец. То есть нету продолжения. Потому что полезно только именно с первого суса, с первого отростка делать саженец. Все остальное мы уже проверяли на опыте. Все оно остальное бесполезное. Вот. Так вот развивается у нас культура Азии на сегодняшний день, клубника.